Всем привет, с вами Боди, ребята, и это игра в кальмара, Хабиб, Влад А4, Моргенштерн, другие. С вас лайк, комментарий, подписка на канал, естественно, и, без слов, я думаю, вы должны это понимать. Короче, погнали смотреть, это мультихайп. Я уже не могу, я этот звук слышу на каждом переулке у нас в Москве, это просто звездец какой-то. Делать деньги, ха, вот так, я проснулся, как ишак, а? Где это я? Почему как, Моргенштерн, почему как? Влад, вставай, нас похитили. Чё, вы меня пранкуете, что ли? Смотрите у меня, а то я вам ваши паспорта не отдам. Эй, чё за без... У него паспорта Глента и Кобякова, типа. Предел, какого банана я тут делаю? Блин. Морген, мне страшно. Слава, что ты сделал. Я ничего не делал, сам ничего не понимаю. Корней, вставай, мы в непонятном месте. Тёма, не волнуйся, это моя хата. Давно не прибирался просто. Лайки-балайки, что я тут делаю? Нет, братан, это точно не твоя хата. Что делает это чучело? Та-да-да. Я приветствую всех участников игры в кальмара. Вы были выбраны для прохождения испытаний. Мне надоело вас слушать, есть же? Я пошел домой. Ну, ладно, послушаю еще немного. Каждый из вас погряз в долгах. Поэтому игра в кальмара — это шанс для вас расплатиться со своими долгами. Но я никому ничего не должен. Почему меня забрали? Ты уже больше месяца не появлялся на своем канале. Ты должен своим подписчикам новые ролики. Точно, точно, точно. А мы-то никому ничего не должны. Вы должны Владу А4. Без него вас бы никто не знал. А вот тут согласен. Но что тогда я тут делаю? Твой брат-алкаш понабрал кредитов в микрозаймах под 500% годовых. Так что он по уши в долгах. Но это же его долги. Я тут при чем? А ты родственник его. Он брал их на твое имя. Вы же близнецы. Не волнуйся. Ты за Тёма я все отдам. Кстати, не займешь 100 рублей. Говнюк. Мультихайпишь же. Я кому чё должен? А ты, Хабиб. Должен бой Тони Фергюсону. Ну да, что есть, то есть. А я? А ты должен похудеть. А я? А ты должен поумнеть. Ну а я? А ты должен заткнуться. Победитель игры получит приз 1 миллиард долларов. У меня есть предложение получше. А может, играть будем не в кальмара, а то мало ли вдруг кому не понравится, а в игру, которая 100% понравится любому. Что это за игра? Рейд... Ну это можно мотнуть, да, это я знаю. Всё. Я за вас. Так, ну давай. О, это Кокуа, вот это вот первое, да? Они манясти, они, господи помилуй, я никогда не запомню то, что она там поет. Игра называется «Красный свет, зеленый свет». Пока кукла вас не видит, вы должны идти к ней. Но как только она повернет голову в вашу сторону, вы должны замереть без движений. Кто хоть немного двинется, покинет игру. Ну, это легкотня. Да, челленджи — это наша профессия. Игра началась. Корней, надо идти, а то проиграешь. Я не проиграю, я гангстер. Додик, ты, а не гангстер. Чего? Пчи, будь здоров. Спасибо, Кобяк. В смысле, так они же могут на месте двигаться. Я надеюсь, он же не по-настоящему исчез. Он же просто телепортировался. Нет. Иди, честно скажу, Кобяков, мне кажется, то, что он исчез навсегда из твоей жизни и нашей. Да. Давидыч, ты не против, я на тебе поеду? Ты чё, блин? Я потом с тобой миллиардом поделюсь. Ой, господи помилуй, мне мама звонит, мама это святое. Все, любите маму, уже подписаны на наш YouTube канал и включили уведомления. Посмотрим, сколько таких людей, как и мы. А, ну давай. Уф, получилось. Ах ты говнюк, какой ты хитрожопый, так нельзя. Да-да-да. Проснись, пьяная дрянь. В натуре дрянь.
Спасибо, Иваныч. Пьяная дрянь. Почему мне так смешно стало с этого? Вы прошли первую игру. Переходим ко второму уровню. Вас ждет игра перетягивания каната. Проигравший падает вниз и выбывает из игры. Первая пара. Хабиб против Элджея. А чё мне самого сильного дали? Придется хитростью побеждать. Хабиб, смотри, там Юрий Бойко. Где? Нет никого. Ах ты хитрый глист. Та-та-та. Завидуешь? Ты хитрый глист. Против руки базуки. Сейчас ты почувствуешь силу моих базук. Осталось совсем немного. Я уже много каната вытянул. Я даже не знаю, как это комментировать. Я тоже не в ту сторону тянул. Слава Мэрлу против Корнея Тарасова. Хоть я и маленький дрищ, но этот пьяница еле стоит на ногах. Моргенштерн против Артема Тарасова. Слав, как так можно? Алишер, без обид, но я тоже хочу жить. О, муха денежку нашла. Ну все, бабки насобирал, теперь можно и канат потянуть. Удачи. Ой, здесь каждый пытается схитрить. Не знаю, как это... Ой, ладно. Так. Влад, я так не могу. Ты мой друг. Я не хочу, чтобы ты упал. Да, Кобяк. Я тоже не хочу, чтобы я упал. Давай вместе откажемся от этой игры. Да, давай. Мы отказываемся. Тогда вы оба выбываете из игры. Хотя, не такой уж ты мне и друг. Третий уровень стеклянный. Ой, ребята. Вам предстоит прыгать по прозрачным квадратам, чтобы перейти на другую сторону моста. В каждом ряду два квадрата, один из которых бронированный, а другой из обычного стекла, который не выдержит ваш вес. Начинайте по очереди. Да мне пофигу, я гангстер. Ха-ха, лошок. Что? Уважаемый, вы сказали, что один из квадратов бронированный. Да, Давидыч прыгнул на бронированный. А, то есть он был недостаточно бронированный для Давидыча. Значит, теперь моя очередь. На какой же квадрат прыгнуть? На левый или на правый? На левый попробуй. Может, на левый? Нет, лучше на правый. Или все-таки на левый? Давай быстрее уже выбирай. Уи! А теперь я продемонстрирую вам свое волшебное везение. Бегу закрытыми глазами в стиле Наруто. Чё? У меня получилось, я чертов гений. А ты, Хабиб, ща грохнешься. У тебя нет такой везучки, как у меня. Но тебе даже так лучше. А не то я бы в финале тебе устроил. Это как вообще? Я что-то... Ладно. Избиение. Ты просто перелетел этот мост? Это ж нарушение правил. Охрана! Я поздравляю вас, вы вышли в финал. Сейчас вы сыграете в кальмара. Но если возникнет ситуация, при которой один из игроков не сможет продолжать игру, победителем станет оставшийся. То есть мы можем не играть, а просто подраться, и кто победит, тот заберет миллиард? Да. Я против драки. Будем играть в кальмара. Победителем становится Хабиб. Я тебя поздравляю. Вот твой выигрыш. У меня есть только один вопрос. Кто ты? Я. Мультихайп. Я так... Че? Я немного сейчас в шоке, ладно, хорошо. Это было достаточно неожиданно просто. Я думал, а зачем ты устроил игру в кальмара? Ну, хотя бы для того, чтобы сообщить всем, что теперь у меня есть свой телеграм-канал, где мои подписчики всегда смогут... Ладно, хорошо, я понял, понял. Какой ролик это? Ссылку на мой телеграм-канал вы найдете. А? О-о-о. А? Вот он!
Вы все живы? Я так рад за вас. А мы будем рады, когда ты с нами поделишься. Я не буду с вами делиться. Я честно выиграл эти деньги. Держи его! Яралаш вспомнил. Короче, напишите в комментарии, как вам вообще ролик, потому что мне зашло, прикольно, поржали вместе. Я думаю, то, что вам тоже было забавно это смотреть. Мультихайп, молодец. Добавить больше ничего не могу, потому что... Ну, анимация есть анимация. Подписочка, лайк, это, как всегда, оформила я уже давным-давно. Поэтому ждем новых роликов. С вами был Бодя. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. И всем пока.